это мы сейчас будем собирать, точнее, разбирать елку. Господи, я теперь понимаю, почему в некоторых домах елка стоит там до марта, да? Или как там шутят. Как же ж впадлу этим заниматься, господи, боже мой. Как хорошо, что я не украсила весь дом, потому что я не знаю, как бы я это все сейчас собирала. Я не какая-то, или я просто сегодня такая ленивая, или просто реально вот есть вот что-то вот в этом, вынести елку. Это вроде как бы да, так быстро, но пипец, как не хочется это делать. Она еще сейчас начнет, падла, сыпаться вся. Нет, знаете что? Все в моих руках. Елка, иди сюда. Так, ладно, с этого. Так, окей, игрушечки. Ой, какая прелесть, что они все пластмассовые. Так, все, теперь разобрать елочку. Поместится она сюда сверху, на эти игрушки? Так, как я это делала? Так, я совершенно забыла, как ее разбирать. О! Просто как-нибудь вот так, да. Упс, кажется, она не поместится. Ой, нормально, все влезло. Есть! Понесли наверх. Ух. Так, я сегодня еле-еле, душа в теле. Вообще, боже, такая лень по телу прям рубит жестко. Фуф, да, тяжело мне сопротивляться такому состоянию, но мне нужно завести документы еще в одно место. И потом, наверное, да, потом я все-таки, наверное, поддамся какой-то вот этой вот хандре. Вот, витамины мы все пьем, у нас есть их очень много всяких разных. Вот, ну, видимо, просто день такой. Завезу документы и поеду в гости к Танюше. Смотрите, какие купила себе. Ну, это типа мунбуты, но не мунбуты, это хантерс. Вот, но они ничего такие тоже. Прикольные, на вот снежную-снежную такую погоду. Вот, что-то в них есть, да? Как-то. Канадцы такие добрые ребята. Я припарковалась, уже закинула все монетки, $4 закинула. И как раз подошел парень, который уезжал, а у него еще 40 минут там осталось. Он говорит: хотите, я отъеду, вы встанете на мое место. Я говорю: я уже все монетки закинула. Так что спасибо большое. Так, я пришла к Танюше в магазин. Я вам набрала. Твоё кофе еще, кстати, бесплатно было. Мало того, что это за $1, это buy one, get one free, и кофе бесплатно. Вот называется, с кем поведешься, а то, например, что, слушай, мы меньше. Мы меньше еще. Да, но они неудобные. Теплые, но они неудобные. Но в них удобно очень водить автомобиль. Хотя ты, наверное, знаешь, что ты тут 4 года или 5 живешь. 6? 5? 4,5. 4,5. Но вдруг, мало ли, если ты их не пробовала, они... Я пробовала. Очень вкусные. Меня спрашивает Настя, что вы едите в моих видео. Кстати, есть все вопросы на все ответы. Так что...
Я имела в виду все ответы на все вопросы. Не обращайте внимания, господи. Ну, вы смотрите дальше. Так что, что я ем, вы точно можете видеть. Что мы делаем лютой зимой? Мы меряем летние платьички. Джинсовое платье. А где? Оно просто на скидке прикольно сейчас. Ой, я почти что невеста. Невеста с 2000-х. Какое? Нет, это что-то очень странное. Да, оно. Зима, на дворе метет снег. Настя купила платьечко. Ну а что? Душа требует, значит, надо. Вот, я не знаю, чем я буду сегодня заниматься. 3:32. Что мне еще нужно сделать? Ну вот что мне... Ой, полиция едет. Полиция едет, значит, нужно опустить камеру. Очень жестко здесь все с этим делом, так что прервусь на секусик. Ко мне приехала Танюша. Смотрите, что она мне привезла. Смотрите, что она мне привезла. Соломка. Солодка. Да, и вот какие-то беляши из нашего украинского ресторана. Не ресторана, а магазина. Вот, а я видишь? Еще тут такой. Что это? Еще что-то, да? Да ты что? Где бы я еще такое нашла вообще, боже. Я решила взять еще вот, типа ромашка. Ромашечка, боже, прям с детства. Спасибо, Танюша. Так, пакетик с конфетками. Что я хочу? Танюша, помоги мне, пожалуйста. Я взяла белочку. Я взяла белочку. А это то же самое почти. Вот это по-нашему. Беляши мы просто так и нету. Очень вкусно. Очень-очень вкусно было. Прям вообще. У меня сразу был во рту вот этот запах. Прям я мысленно перенеслась в рынок Привоз. Вообще вот эта вот базарная еда. Ой. Доброе утро. Да, у меня новый день. В общем, я сегодня планировала быть вообще ленивой-преленивой. Прям вот реально ленивой, ничего не делать, потому что я не знаю, не понимаю, что происходит. На меня напала какая-то ужасная лень. Я ничего не хочу делать. Меня это прям так рубит. И хочется, правда, хочется поддаться. Но подписчица прислала мне в директе ссылку на ТикТок-канал и спрашивает: Настя, это же не ваш профиль. Я захожу, смотрю, там видео мое с Ютуба, вот отсюда, вот прям, кто-то вырезал несколько кусочков и начал грузить их просто на ТикТок. Я подумала, бляха-муха, не, ну я видела вот это ТикТок, какая-то социальная сеть, но я вообще как бы, я видела, что там что-то танцуют, поют, я могу потанцевать, но я не пою. У меня очень хороший слух, но голос как-то не очень вообще, вот. И что лезть туда, где ты как бы не очень, да? Но я зашла, посмотрела, и там реально просто видео с моего YouTube-канала, которое набрало там нормально просмотров, я не понимаю, какого хрена. Ну, думаю, ладно, я просто создам там канал, чтобы просто я там была, настоящая я, чтобы я там была, вот. Так что, в общем, я зарегистрировалась на этом ТикТоке, и прям аж, знаете, вот это вот, ну, не злость какая-то, а прям меня это прям задело, что вот, блин, не посидишь, понимаешь, тут без дела. Вот. Да, вот такие вот у меня сегодня приключения. Я, кстати, вот знаете, что еще? У меня сегодня какой-то день, утро, точнее, каких-то открытий. А знаете, нет, я не буду наперед вам говорить. Такая идея появилась для видео. Кое-что интересное вам рассказать, но мне нужно для этого еще немножечко попрактиковаться самой, а потом я вам кое-что интересное расскажу. Что я тут такого узнала вообще новенького из бьюти-сферы? Да, вот. В общем, ТикТок, грёбаный ТикТок, мать. И там столько просмотров на моем видео. А помните, когда у меня MTV украла? Целое, блин, видео с красными губами, где у меня блестки вот здесь и такая укладка прям. Падла, просто взяли вот, блин, видео реально мое... Заглушили звук, наложили свою озвучку, дядька там озвучил, как я делаю новогодний макияж. И просто, блин, по телевизору это показали по всей России, блядь. Охеренно, да?
Я просто тогда вот чуть не упала. У меня тут как раз под руками лежали банки новые. Я все-таки соблазнилась и купила еще один кондиционер. На самом деле этот уже другой. Там был иланг-иланг, этот какой-то с... Что тут? Где Shea Butter и Sandalwood. И посоветую подписчице, для объема решила попробовать сухой шампунь Batiste. XXL Volume. Вот, буду пробовать это, так, обновочки. Я косметику не покупаю, я вообще жду свою новую коробку от Boxy Charm, там должен косметосик какой-то мне прийти, мне уже прислали письмо, что посылка в пути, я вот все жду, проверяю почтовый ящик, а ничего нет, поэтому, девочки, я к вам вернусь, когда... Во-первых, когда я успокоюсь, во-вторых, когда я нужно сесть... О, корни же, корни. Вот следующее видео будет о корнях, потому что, блин, у меня сейчас волосы в масле, стоп. Это я сегодня буду мыть голову, значит, видео о корнях я смогу снять через 3 дня, потому что я мою голову раз в 3 дня. Голова должна быть грязная, поэтому я сегодня помою, буду ждать, когда она будет грязная. Нет, наверняка, то есть через влог, через видео будет покраска о корнях, но она будет точно, потому что мне нужно покрасить корни, вот. И еще сделаем с вами макияж, может быть, идет все-таки коробка с какой-то новой косметикой, мы с вами попробуем. Вот, а я с вами прощаюсь. Да, сейчас пойду дальше изучать, что такое ТикТок, что это за вообще такая социальная сеть. А вдруг что-то важное пропускаю? Пишите, вы что-то знаете об этой социальной сети. Говорят, что там вообще как бы ребятишки зависают, но... Не нужно недооценивать, кстати, новое поколение. Я вот боюсь, знаете, старости... такой вот темной, чтобы вообще прям вот не понимать, что происходит вокруг, поэтому даже если там тусуются ребятишки, я одним глазком хотя бы буду поглядывать, что вообще как мир развивается, да, нынче. Ну что ж, спасибо вам большое за просмотр, спасибо вам большое за то, что вы были со мной в этом... Наверное, немножечко сумбурным видео, потому что я что-то снимала, я не поняла, что я сняла. Я вижу, что вы просите, и я правда снимаю для вас столько, сколько могу. Вот настолько, насколько это позволяет вообще моя жизнь. Спасибо вам еще раз за любую проявленную активность и лайки. Ваша отдача, она меня действительно мотивирует. А мы увидимся с вами в моем следующем видео. Пока. Вы еще не скачали ТикТок, нет? Я умираю. Я умираю с этого приложения. Твою мать, я откусила кусок защитного стекла.